Ха-ха-ха-ха! Помнишь меня? Я подстригу тебя! Тогда я не успел, но сейчас! Беги, беги! Привет, слушай! Беги отсюда! Он меня опять поймал! Беги! О, ребят, похоже, в этом супермаркете замешаны почти что все игры, в которые мы с вами играли! Всем привет, ребятушки! Вы на канале WoW! И сегодня мы будем играть в побег из большого супермаркета! Мы начинаем нашу игру. Я вот, ребята, вот сейчас вот просматривала себе бы что купить, но все закрылось. Я, конечно, слышу еще тут какой-то шум. Сейчас тут рассыпались коробки, пройди их, быстрее! Хорошо, хорошо. Что, нет такого опасного? У них что, моя ядерная бомба, что ли, лежит? Опа, это Джум! Джум! Все на Джум! Джум-джум-джум-джум! Там такое. А, меня сносит! Быстрее! Беги отсюда! Ма! Хорошо! Во, какой чудо! Так, проходим сюда. Вау! Ничего себе! Быстрее! Уходи отсюда! Ма! Я здесь стою, я сейчас упаду, и на тебя это упадет штука! Быстрее беги, здесь все рушится! Хорошо! Ребята, вы слышали? Этот магазин рушится. Чё? А, не люблю ползать. Ну, надо бежать отсюда и быстрее. Быстрее, быстрее бежим. Сейчас там может все обрушиться. Так. Я что, задом бегу? О, прикольно. О! О! Вот это упал. Вот это. Так. Быстрее беги отсюда, ма! Иначе я тебя съем. О, у него куки! Господи. Быстрее в туалет, ты там можешь спастись, иначе не обойти. Хорошо. О, какой туалет странный. Чё? Да теперь. Чё-то я здесь чё-то не понимаю. Что-то здесь надо сделать. О, я в канализацию попал. О, господи. Ребята, это ужас. Я в какой-то канализации. О, вот это вот, читерски можно сделать. Свой выбор. Я просто читерски вот так перепрыгнул. У, прикольно. Так, какое-то растение странное. О, ну почти до чекпоинта. Чекпоинт, чекпоинт. Я дойду до тебя, чекпоинт. Ура. Ой, ребята, здесь какие-то бочки. Главное, чтобы это не была бочка с картинки Бадди. Это вот вы заходите в такую игру Бадди. Ну, это, короче, антистресс Бадди, вот. Там есть такая коробочка, в которой дротиком стрельнули. Если это не она, потому что там ядерный какой-то. У-у-у! А здесь интересно, что? Какой-то косметический салон был, что ли? Или есть? Так, дальше. А, это магазин одежды и косметики. Понятно все. Так, а это что? Заходи в Макдональдс, там тебе дадут гамбургер и, конечно же, пепси. Ну, спасибо уж не надо. Здесь всякая штуковина творится, что я не хочу даже тут ничего есть, потому что тут всякое разрушается. Опа, носки? Я, конечно, не люблю носки все время покупать. Ты бывал в гамбургерную? Съешь гамбургер! Ой, нет, я не хочу есть гамбургеры! Я не хочу их есть! Я хочу отсюда сбежать! Так, куда я попал? У-у-у! Вода с электричеством равно электрошок какой-то. Главное не попасть в эту воду. Я понял, что эта вода лазурная меня уже ударила током. Как-то неудобно вышло то, что меня ударило током с водой.
ток плюс вода равно ужасная штуковина. Ребята, это магазин Майнкрафта и всяких других вещей. GTA! Ребята, напишите в комментариях, кто любит GTA. Grand Theft Auto 5. Ну, у меня тоже есть, наверное. А, нет. О, бедро, железка, алмазная руда, земля и алмазная руда. Прикольно. И еще напишите в комментариях, у кого есть Майнкрафт. У меня он есть. Так, опять эти гамбургеры, ребята, я не хочу их кушать. И опять картошка фри. Ау. Больно, что-то картошечка фри жарится там. Так сильно зажаривать, что стало какой-то ужасно невкусный, наверное. Пройди через масло, из которой зажарили картошку фри, быстрее. Хорошо, хорошо, пройду. Фу, картошка фри. Вот это та самая, которая отсюда выбежала туда вот. Выбежала картошечка фри. Теперь по коробочкам. Просто я соус не хочу пить. Так, где я? Ребята, это, наверное, кетчуп или лазер. Ох, какой-то кетчуп странный. Так, дальше что? Ребята, это похоже на офис. Такой мини-офис. Так. О, ребята, это же та самая игра в парикмахера даже. Ха-ха-ха-ха. Помнишь меня? Я подстригу тебя. Тогда я не успел, но сейчас. Беги, беги. Привет, слушай. Беги отсюда, он меня опять поймал. Беги. О, ребят, похоже, в этом супермаркете замешаны почти что все игры, в которые мы с вами играли. У меня горит пол. Вода загорелась. О, ужас. Так. О, вы помните эту даму? Здравствуй, я манекен. Со своими помадами. И, ребята, я, кажется, понял. Эта игра основана на половине игр, которые мы проиграли, всякие там другие люди. В этом магазине все всякие там другие магазинчики всякие прикольные. О, я тоже этот уровень помню. Ребята, это реально! Я реально угадал! Это все на основе всяких игр, которые мы с вами тут поснимали. И всякие там штуковины. Я понял. Такое вот интересное событие. О, носки там продаются. Так, я недавно был в этой носочной. Ох. Ребята, тут реально в этом магазине хаос. Опять какой-то магазин одежды. А, да, магазин одежды. Так, все, мы сбежали отсюда. Смотрите, какая машина! Машина! Я сейчас буду в обморок. Я хочу тебя! Хочу тебя! Так, выход запечатан. Где аварийный выход? Так, это аварийный... Ура, это аварийный выход! Это Roblox Mall. Так. Roblox Mall. Mall. Так. Давай, я сейчас убегу. Ура, ребята, есть. Ты прошел, давай съедим гамбургер. Спасибо, я не хочу. Так, если хочешь, переходи ко мне на строгую кухню. Ой, ну спасибо, нет. Молодец, ты прошел эту игру. Можешь взять себе всякие способности. Спасибо. Ну что ж, ребята, это была очень классная игра. Сегодня мы с вами сбежали из Roblox Mall. И вот, ребята, я вам в эту игру рекомендую поиграть, потому что она веселенькая, классненькая. И, ребята, ставьте мне лайкусики и подпишитесь на мой канал. Всем покусики-покусики. С вами был Лев.